Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня для любителей систем нагревания табака будет классный подгон. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный экземпляр по системам нагревания табака под названием Хизи. Вот, друзья. Этот Хизи, это система нагревания табака. Получается, она китайская. Пока Филипп Моррис Баттом там бодаются судебными там разбирательствами, кто кому там, кто у кого там украл какой-то патент. Вот, друзья, из Китая взяли, посмотрели, анализировали. Один гаджет, второй гаджет, Айкос, игложку, и сделали свой. Короче, все самое лучшее, как я понимаю, как они заверяют. Взяли и добавили вот свою новенькую систему нагревания табака под названием Хизи. Здесь вот как раз написано табако, этот якобы как цвет, наверное, табаку. Хизи версия первая, единичка. Вот, друзья, сейчас мы с вами посмотрим, что вообще здесь в этой пачечке находится, в упаковочке, да, анбоксинг. Здесь я снял, получается, защитную пленку, у них есть вот такая, по крайней мере, у меня такой цвет, да, и вот еще два цвета есть, это вот на любителя. Вот эти вот два, получается, я разыграю среди своих подписчиков. Вот, так что подписывайтесь на канал, потом мы проведем в группе, скорее всего, в Телеграме и ВК розыгрыш. Одну я разыграю в ВК, вторую в Телеграме. Упаковочку, какую там решим там голосование, вот, среди своих подписчиков. Друзья, здесь я просто снял пленочку, я прикурился к ним, и у меня есть что вам рассказать по поводу системы нагревания табака. Чтобы вы понимали, кто не в курсе вообще, кто первый раз такое слышит, что такое система нагревания табака, это новая веха вообще, можно сказать, в табакокурении. Вот, это не вейп получается, а, короче, такие системы, там, где у тебя получается табачная смесь не горит, нету процессов горения, она нагревается просто, и там смешанная аэрозоль, и она дает дым, ты, короче, как куришь, это не вейп и не сигареты, что-то среднее такое, потому что, как мы понимаем, самое больше всего канцерогенов выделяется в чем? Это в дыме, в процессе горения, когда горит у тебя бумага, табак, вот. Здесь же решили, вот, в системах нагревания табака, в чем прикол, что здесь нету горения, просто на все температура нагревает табачную смесь, да, ну, до определенного состояния, чтобы она максимум смогла раскрыть свои, получается, ароматы, но без горения, получается. Горения здесь нет, здесь просто огромный нагрев идет до той точки, вот еще бы немного там, и она, наверное, загорелась бы, но она не загорается, понимаете, якобы как многие там, мы по поводу Филиппа Морриса, по Айкосу проходили, что, ну, есть, конечно, свои плюсы, потому что нету горения, в общем дело. И очень легко здесь получается крепость им ставить и любые вкусы. Чаще всего там распространены всякие экзотические вкусы там с разными ароматами. Вот. Но я приверженец табачного. Как у меня есть обзор на Айкос, вот-вот выйдет на гложку, получается. Но там есть свои минусы, тут есть минусы. Посмотрим, что тут. Вот, вот такая вот коробочка. Вот она у нас открывается. Здесь, друзья, все вот это вот шуршавенькое. Послушайте. Когда любит это, да, сучок, вот получается. В комплект входит у нас, написано, устройство для нагревания табака, кабель для зарядки Type-C, руководство эксплуатации, металлический стержень и чистящие фильтры 3 штуки. Вот. Сама вот как она выглядит. Она, друзья, здесь сделана под кожу. Здесь она, получается, плохо видно. Здесь она такая, ну, так довольно качественно сделана, интересно, под белую кожу якобы. Вот и надпись Хизи. Вот мы открываем. Опа, у меня там что-то уже выпало. А выпало у нас руководство пользователя. Здесь было вверху. Вот сам гаджет. Он очень напоминает нам, получается, гложку. Вот я специально взял гложку для сравнения, потому что ближайший аналог – это гложка от British American Tobacco. Вот. У нас вот так вот выглядит у нас Хизи. Я потом сравню вам и покажу. Да, сейчас мы вот... Я вам покажу, как она выглядит. Вот, видите? Здесь, получается, я так понимаю, не разрабатывали ее, да, чтобы можно было все одной рукой делать. Нету никаких там еще каких-то дополнительных кнопок, не кнопок, ничего. Всего есть одна кнопка. Я покажу, как им пользоваться. Индикация заряда, индикация нагрева. Все в одном и одна кнопка. Получается, просто мы на кнопочку нажали. У нас показывает, видите, что мой гаджет заряжен полностью. Вот, ставим стик, сейчас я все покажу. Нажал, подержал 2 секунды, и он и начался нагрев. Вот, здесь, сейчас поэтому пройдем, сейчас вам покажу дальше, что здесь у нас есть. Вот, получается, отсюда мы достали наш гаджет. И тут вот у нас находится вот этот стержень металлический, чтобы чистить ее потом, со временем будет нагар. И вот такие вот фильтра, видите? Ну, фильтра для чистки, они такие вот жесткие, чтобы чистить. И кабель Type-C. Кабеля у них, кстати, хорошие.
Вот эти кабеля, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, 3.0 зарядку поддерживают. Ну, добротные, не вот эти вот, короче, никакущие. Вот, почему я решил себе оставить такой цвет, потому что он красивый, он под цвет моих часиков. Такой вот хаки цвет такой, военный, военизированный. Вот, хизи. Друзья, такая на увесе, вот если взять, например, вот, например, глошка, она тяжелее будет. Тяжелее, если где-то летом ходить, я не знаю, в шорты закидывать, вам будут шорты постоянно стягивать, если вы их не завязываете. Это полегче будет штука. Здесь, друзья, у нас вот этот верх выполнен с алюминия. Это алюминиевый верх, а это вот сау-тач покрытие получается, чтобы она не так не скользила с руки. Вот. Она с алюминки. Вот почему, скорее всего, она такая легкая. Вот. Здесь же полностью у нас сау-тач покрытие, но она, смотрите, вроде бы и покрытие хорошее, чтобы не скользило, но уже, если разница, например, сравнивать с глошкой, понимаешь, глошка мажется, маркается, вот видите? Вот, вот эти вот, где-то жирные от пальцев, какие-то засалины, вот где-то что-то, на них все остается на этом покрытии. Это огромный минус, где-то вот, ну, некрасиво мне в руке такие держать. Здесь же на алюминии такого вы не увидите. Алюминий здесь такой матовый, ну, прикольный. Вот, идем дальше. Здесь еще, какое отличие, видите, у глошки есть, получается, чтобы туда ничего не попадало, и задний отсек, он вот просто открывается вот так. Короче, очень много нужно и чистить, и открывать. И здесь специально, получается, тубы. Но нужно покупать уже обычным чем-то таким. Например, ваты какой-то там намотать не засунешь, получается, она там останется. Здесь же наоборот. Здесь отверстие не закрывается. И она прекрасно, но оно прекрасно вот, продается. Вот оно. Получается, вот отсюда, когда мы тянем, сейчас вам все покажу, у нас идет забор воздуха. Стики, по стикам, что какие вкусы на данный момент, что были там... Магазинчики, друзья, вот, это мы уже открыли, у них есть желтый, вот желтый, у них по цветам, вот такой серый, синий, это все ароматички уже пошли, получается океан бирюзовый, я такой сказал, или какой-то, это у нас, что за цвет-то, океан они назвали этот цвет, и вот такой вот цвет. Ну, пахнут они очень вкусно, даже через, получается, запечатанную пачку, прикольно, но я взял желтый, потому что... Мне он показался более такой ближе к табачному, получается. Без никаких добавлений, без ароматиков. Взял такие вот, такие стики подходят. Еще отличие, как, например, вот как они, китайцы, сделали. Ну, я прикурился уже. Получается, у Айкоса идет нагревание. Какое? Еще смотря какое нагревание там производитель сделает. У Айкоса стержень, получается, стоит керамический. Вот, туда стик насаживается вот так. Вы поняли? И стержень внутри разогревает, дает большую температуру, но там в Айкосе подгорает. Подгорает эти, получается, стики. Прямо если потом вы стик достанете, прямо раскинете, он бывает прям подгорает, там в черную сажу он превращается. Вот эти вот, получается, там не табак добавляют, а восстановленный табачный лист нарезают просто, туда крышится он. Вот он подгорает. Ну, он более насыщенный вкус дает из-за этого. Но он уже начинает подгорать. У глошки, наоборот, круговое получается, круговой нагрев. Нагревается полностью вся камера по кругу. Нету стержня по центру металлического, как и тут, получается, и полностью нагрев идет вот такой, по кругу. Но минус огромной глошки, почему она мне не нравится, очень теплый, неприятный, получается, вот дым этот, вот, когда затягиваемся, прямо бывает иногда обжигает губы, потому что из-за этого вот, вроде бы нагрев дает по всей, получается, ну, по краям, но из-за этого неприятный. Ну, неприятно курить горячий дым, понимаешь? У сигареты мы привыкли, если сигарет кто-то переходит, должен дым быть более, ну, как вам сказать, холодный такой. Тут он горячий. Здесь же они немножко как-то по-другому сделают. Здесь вроде бы и круговой нагрев, но они как-то тут его модернизировали. Он не так курится, например, как глотку. Сейчас вам все расскажу. Берем стик. Вот. Так по претензии нету. Вот она легкая, ее где-то вот... Я на сайт, короче, к ним находил, написано, что это у них такой гаджет они сделали, короче, чтобы на ходу, там, кто, у кого мало времени, быстро бегает там, или ходит куда-то, спешит, чтобы на ходу скурил, все, закинул ее в карман и пошел. Ну, чтобы минимум действий было. Вот берем, вот мы стики, здесь два хизи, такие, получается, желтые, вот. И стики здесь не такие немножко, смотри, прикол какой тут. Видите, какая тут камера? Здесь... Что минус был? Минус у стиков для глошек, да, и стиков для Айкоса, когда мы достаем этот стик,
бывает, что половина содержимого, а я не знаю, как-то она и отваливается от стенок или что, остается там, и приходится выкидывать. Вот эта шура, вот это вот, получается, вот горелки, вот эти вот они остаются, как гореники в этом, получается, в твоей системе. А здесь они, получается, они как-то взяли в смесь, как-то ее, ну, я так понимаю, закрышили полностью, и чем-то вот она как такая закупоренная, понимаете, видишь? И даже когда я его вот я скуривал, штук 8, наверное, я скурил, получается, когда ее достаешь, у тебя все остается там, у тебя она не может выпасть и остаться там. Горелики эти, понимаешь? Вот такие вот дела, друзья, ребята. Ну, вставляем мы свой стик. Вот, берем, вставляем. Вот, видите, полоска здесь, такая полосочка есть, серебряная. Вот, мы вставили. Вот, нажали это, мы посмотрели уровень заряда. Берем, врубаем, жмем 2 секунды. Все, она завибрировала. И видите, начинает моргать. Когда она пошла, получается, пошел нагрев. Нагрев идет, когда она сейчас нагреется, она еще раз сделает нам такая приятная вибрация интересная. Сейчас посмотрим. И это получается, что якобы нагрев произошел до определенной температуры. И мы начинаем курить нашу вот такую вот штучку. Сейчас. Вот она нагревает. Все, завибрировала, все она теперь. Вот такая вот, ну, вот, ну ничего не происходит, не моргает. Можно курить, друзья. Вот. Здесь, друзья, в чем прикол? Забор воздуха берется вот отсюда вот. Я уже думал и пальцем говорю, если нужно было, например, так она не тянется. А так тянется. И в чем прикол? В чем кардинальное отличие, например, потому что Айкос там две, получается, у Айкоса сам как коробка, которая используется, грубо говоря, для хранения и для зарядки, там, понимаешь? Потом мы достаем сам вот эту вот, ручку, вот эту, куда доставляем стик. Она более такая для такого офисного курения где-то, понимаешь? Больше надо делать, я не знаю, каких-то телодвижений. Вот. В чем разница? Вот тут плюс огромный, нежели с глошкой, что здесь дым холодный, как у сигареты. Вот видите, она не горит, она просто разогревает эту всю там табачную. Здесь, кстати, у этих у стиков везде четверочка. У них нету такого, как я посмотрел, потому что какую я не смотрел коробочку, да, везде написано четверочка здесь. Под никотином. Ну, я делаю большие затяжки. Мне лично, как прожженному куряге, вот из минусов мне не хватает крепости. Я бы, вот, к сожалению, я не видел. Может быть, есть, но я не знаю. Напишите, может, кто пробовал. Шестерок я не видел, например, или пятерки, вот четверки. Мне немножко крепости не хватает. Но я курю очень крепкий табак. В общем дело. А так это четверка, это средний, для среднестатистического курильщика, я думаю, за глаза. Потому что голова даже немножко от этого кружится. Но мне хочется еще больше. Вот. Со стороны смотрится. Получается, и в чем прикол, нету вот этого аромата, почему айкосы, например, не взлюбили, потому что запах, блядь, каких-то носков, честное слово, запах. Покуришь, вот где сразу заходишь в какое-то помещение, ага, короче, айкос курили там, или глошку, у них какие-то запахи, я не знаю, носков. Вот, ну, неприятный запах. Здесь же, во-первых, они как-то сделали, наверное, больше сюда добавили какой-то аэрозоли, потому что здесь она более сладкий, аромат такой, когда закуриваешь, да, более сладкий он. И нет вот этого, носками не отдает, очень прикол. Наверное, это из-за нагрева как-то идет правильно, потому что там, если перегрели мы, получается, то эту смесь, наверное, пошел бы вот этот неприятный запах. Ну, такой специфический очень, на любителя, потому что очень многие мои подписчики, с людьми, с которыми я разговаривал, им не нравится, получается, этот вот аромат от айкоса. Ну, не сигаретный он точно. Здесь он сбалансирован, я отвечаю вам. Здесь сбалансирован, здесь, по крайней мере, нет этого носочного аромата. Делаю затяжки большие я, вот, прикольная. Получается, еще тут рисуется, насколько затяжек у нас осталось. Мы сначала курим, потом, смотрите, видите, две. Еще две можно.
ну вот большая, если большую сделаю, сейчас она загорится. Вот. И вырабатывать прикольно. Я говорю, тут из-за этого нагрева интересного, как-то они сбалансировали его. Нету самой бичи вот этих вот, это неприятный такой специфический аромат от них. Здесь же нет, я специально взял не какую-то там, я не знаю, с ароматиком, а обычную. И здесь, ну, в принципе, знаешь, даже я бы сказал, как-то ванильно-медный такой аромат. И курица довольно дольше, например, чем тот же Айкос, если взять. Вот, видите, осталось. Это нам показывает, сколько, ну, плюс-минус затяжек делать. Может быть, конские затяжки они там в Китае делают все. Я такие не могу. Вот, ну, смотрится прикольно. Все, завибрировало. У нас осталось еще пару затяжек и... Все, уп, отключилось. Ну, это еще нагрев действует, и все, меньше. Достаем мы просто, берем стик, опа, видишь, он там остается, он не вываливается, блядь. А у Айкоса, когда берешь, иногда, блядь, половина стика остается внутри, и приходится как-то колупать. А там стержень, там болячка, короче, можно стержень сломать. У меня подписчик писал, что, короче, Айкос купил себе дорогущий, стал его как-то неправильно чистить, или не так он стик как-то засунул, блядь, что это стал его... А! Он, короче, засунул стик и не по незнанке взял, вот так вот его крутить начал. И получается, там же стержень такой вот стоит, не круглый такой, а плоский. И он его сломал, стержень, и все. Короче, блядь, 3000 рубасов выкинул. Вот, друзья. Здесь же можно крутить, здесь ничего-то не... Ну, это, я бы сказал, такая более доработанная версия, наверное, глошки. Вот, если с глошкой сравнивать. Давай попробуем теперь. Видишь, сколько зарядки. Мы сейчас попробуем еще какой-нибудь ароматический. Вот такой вот, например, блю. Ароматическую. Получается. Ну, пахнет чем-то очень сладким, вкусным таким, вам, как сказать. Цитрусовым, что ли. Каким-то этим вот вставляем ее. Вот, ставили. Зажимаю. Друзья. Все, она завибрировала, показывает, что поперла. Если вдруг тебе мало, получается, вот одной ты еще хочешь в компании посидеть, покурить, да, спокойно его можно вторую вставлять. Например, у первой версии Айкоса, которая сейчас самая дешевая, вот она уже нагрела, показывает. Видишь, второй раз она первый раз разогревает дольше, второй раз она уже моментом нагревает, когда уже все прогрелось. Она понимает, какая температура, здесь, наверное, какой-то, я не знаю, чип стоит или что, она понимает, какая температура, все, видите, буквально 3 секунды прошло, она мне нагрела ее. О, мята пошла, ну, прикольно вот это, в принципе, неплохо, я хочу сказать. Мята такая на первом плане и такая, я не знаю, как, что там, так сказать, свежесть какая-то такая, что это? Как барбариски такие вот, ну, сладкий аромат. Вот, можно курить, короче, одну за одной, пока полностью ты не высадишь батареи. Батареи, ну, я не знаю, я вчера что курил, я говорю, 8 штучек у меня было еще, 8 штучек я скурил, ну, как-то у меня, как-то я не обратил внимания, чтобы она у меня там вообще разрядилась. Ну, батарею держит она хорошо. Да и всегда можно проверить, посмотрел. Заряжается, в принципе, она с нуля, получается, с полностью разряженного до... Получается, до полной батареи примерно около часа где-то зарядка. Вот. Вот такой вот гаджет. Так что, если вы рассматриваете, если вы хотите перейти на систему нагревания табака, вот, если вам эта тема интересна, потому что я говорил еще очень давно, что за этим вот, с такими штуками будущее будет, вот увидите. Ну вот, если сравнивать, там, кто-то хочет глошку приобрести лето, это будет попизже глошки, по крайней мере. Вот, потому что Айкос немножко другой, немножко там по-другому. Но это будет потому, что он легче, он смотрится тут прикольно, и у него не горячий вот этот аромат. Вот самое противное, не горячий аромат, и нет вот этой вот специфического аромата, потому что он перегревает. Здесь такое ощущение, что здесь нагрев идет больше, чем тут. Вот здесь больше, из-за этого запах. Запах специфический, и прямо вот дым вот этот вот горячий, вот неприятно. От курения, хочешь, тем более, если ты сигарет перешел, ну,
Вот, так что лучше обратить внимание на вот этого вот представителя. Я так понимаю, они еще будут модернизироваться. Вот, посмотрим. Так что вот такие вот дела. Вот такой, друзья, был обзор. Что думаете вы, кто пробовал? И пишите комментарии. Как только этот ролик наберет 1000 лайков, я сразу же произведу розыгрыш вот этих вот двух систем. Стики уже сами себе приобретете. Вот такие вот дела, друзья, ребята. Все. Подписывайтесь на мои соцсети. Все ссылочки в описании. Становитесь донами, спонсорами. Кому как удобно, я буду вам признателен. Пока-пока. До новых встреч, друзья.